Я родился, вырос и там начал свою карьеру в Донецке. Помню, в раннем детстве я в основном дружил с девочками почему-то. В школе учился плохо, поэтому отличником никогда не был. Попал в IT абсолютно случайно. У меня знакомый работал в IT-компании и предложил мне попробовать. Коммуникация, работа с командой, работа с клиентом, устраивание отношений. На самом деле для меня это самая интересная часть. Ну и всегда открыт, чтобы помогать своим коллегам, своим тиммемберам. Первый раз я начал заполнять анкет на там, Best Project Manager, но на тот момент мне там было нечего писать, и я решил, что вернусь к этой анкете чуть-чуть позже. В этом году я в первый раз с того времени взялся опять заполнять анкету. В этот раз мне уже было что писать, ну и вот я здесь. Ну и на самом деле, как бы, эта победа для меня знак, что, в принципе, я где-то двигаюсь в правильном направлении, там делаю все правильно, и, ну, как бы, на самом деле, это сильно укрепляет веру в себя и в свои силы. Ukrainian IT Awards. Ты заслуговуешь на визнання.